Всем привет! В руках у меня новые яркие и стильные наушники от хорошо себя зарекомендовавшей фирмы Acefast, гаджет под названием Crystal T6. Наушники имеют очень классный красивый вид, отличный яркий звук и еще несколько отлично работающих функций. Acefast T6 выделяются прозрачным зарядным кейсом, сквозь который видны наушники и оформлены в красочных и стильных цветовых оттенках. Каждый наушник весит всего 3,5 грамма и имеет изогнутую конструкцию для идеальной посадки в ушной раковине. Одеваются легко и вынимаются из кейса тоже легко, а магнит в самом кейсе достаточный для удобного примагничивания наушников в кейс на зарядку. Сам же кейс оснащен аккумулятором емкостью в 500 мАч, заряда которого хватает на 20 часов прослушивания музыки. Каждый из наушников оборудован встроенной батареей 40 мАч, достаточной для 4 часов работы без подзарядки. Наушники поддерживают быструю зарядку, что, кстати, классно. 10 минут в кейсе позволят слушать музыку еще 1,5 часа. Это крутая вещь, когда забыл зарядить наушники, а музыку хочется слушать уже. Цифровой дисплей в кейсе показывает уровень его зарядки в процентах. При полном заряде высвечивает ОК. А световые индикаторы в верхней части показывают заряд левого и правого наушников соответственно. Видно все очень хорошо, качественно, и оформление дисплея мне кажется приятным и информативным. У гаджета передачи сигнала через Bluetooth 5.0 есть поддержка кодеков SBC и AAS. Динамики по 6 мм с подвижной катушкой и низкая задержка гарантируют наслаждение богатым синхронным звуком. Шумоподавление ENC позволит абстрагироваться от назойливого фона окружающей среды и четко слышать собеседника во время разговора. А двойной микрофон поможет также хорошо слышать вас. Микрофон реально порадовал. Не во всех Bluetooth наушниках он достойный. При разговоре через эти наушники меня было отлично слышно и не было никакого искажения. Звук также хороший, приятный и достойный. Что же касается управления, то оно понятное и привыкаешь быстро. Наушники оснащены сенсорным управлением, которое позволяет без использования смартфона управлять воспроизведением музыки, переключением треков и уровнем громкости, принимать или завершать и отклонять звонки, и вызывать голосового ассистента, хотя я им никогда и не пользовался. Хочу уделить секунду внимания комплектации, она как всегда на высоком уровне. Гаджет поставляется в высококачественной упаковке с супер обложкой и прозрачным покрытием. Комплектация включает не только обязательные аксессуары, но и амбушюры разных размеров, чтобы пользователь мог подобрать подходящие именно ему, а также защитный силиконовый чехол в цветовой гамме наушников. Подобный чехол в комплектации вижу впервые. Вещь недорогая, но нужная, и приятно, когда чехол идет бесплатно. В целом гаджет мне понравился, недостатков за такую цену я не увидел. Есть также влагозащита IPX4. Это значит, что с ними можно активно заниматься спортом или находиться на улице во время дождя. Насчет музыки все круто, звучание мне по душе. Оно без ярких басов и кажется, что угодили всему. Я лично устройством доволен. Пишите свое мнение про гаджет и всего хорошего, пока!